Здравствуйте, товарищи. Вот у меня случилась беда, значит, я сошел с ума. Мне кажется, я разговариваю сам с собой. В общем, я гляжу на себя со стороны и общаюсь. Мне кажется, это приятно, потому что мой двойник, он человек культурный, мне иногда подает реплики, иногда хвалит меня, в основном. Когда общаешься с зеркалом, на меня смотрит и слушает, и ухмыляется. Ну, наверное, что-то мыслит что-то сказать. Мне кажется, это защитная реакция мозга на одиночество. Человек начинает смотреть на себя со стороны и общаться с самим собой.